В Мирнинском политехническом институте прошло открытое первенство района по хапсагаю. В 6 весовых категориях за первенство боролись 85 спортсменов. За схватками следила Анна Винокурова. Открытое первенство Мирнинского политехнического института по хапсагаю в этом году проводилось впервые. Для учебного заведения опыта проведения таких масштабных соревнований еще не было. Борьба хапсагай – это один из видов спортивных единоборств, дошедших до нас из глубины веков. Правила здесь просты. Касание земли какой-либо частью тела означает поражение спортсмена. В этот день большинство хапсагаистов оказалось в весовой категории до 62 килограммов. Между ними развернулась нешуточная борьба. Несмотря на то, что в первых двух кругах Николай Иванов одержал победу, в финал ему попасть не удалось. Ну, хотел бы, чтобы проводились такие соревнования каждый год, ну, чтобы уже как традиция, чтобы стало. Ну, это хорошо, что сейчас уже соревнования такие по хапсагаю впервые. Еще хорошо было бы, чтобы вольная борьба тоже здесь, соревнования были бы, хорошо было бы. Поединок за первое место между Андрианом Никифоровым и Олегом Бояркиным отличался серией зрелищных схваток. После нескольких минут напряженной борьбы победа была присуждена Андриану Никифорову. Но для Олега Бояркина второе место тоже хороший результат. Он занимается этим видом спорта всего 2 года. Этим видом спорта очень мало, конечно. Так занимался не борьбой больше, но так периодически, конечно. Открытое первенство Мирнинского политехнического института прошло на высоком уровне. Все победители и призеры соревнований были награждены памятными кубками и медалями. А специальный приз абсолютного чемпиона получил Аян Винокуров.